Страна-соседка нередко становится законодательницей мод во многих аспектах жизни наших людей. Криминальный сегмент не исключение. Бывает, появившиеся в России новые мошеннические схемы принимаются на вооружение местными джентльменами удачи. В Москве участили случаи угона путем приманки на Франклина. Развод заключается в том, что пока респектабельное авто находится на парковке, под стеклоочистительную щетку на лобовое стекло машины злоумышленники кладут купюру крупного достоинства. В 90% случаев водители, которые возвращаются в свой автомобиль, как правило, сразу не замечают деньги и обращают на купюру внимание только когда отъезжают с места. Далее любопытство берет верх, автолюбитель останавливается, выходит из авто, чтобы разглядеть банкноту, и именно в этот момент его машина подвергается угону. Преступник забегает в салон, дает по газам и скрывается. Были случаи, когда мошенники успевали похитить еще и деньги или ценные вещи. Правоохранители не исключают, что такие схемы обмана могут появиться и у нас, поэтому предупреждают автовладельцев.